Всем привет! Я сегодня получила очередной заказ Siberian Wellness в такой коробочке. Вот. Все упаковано, все хорошо. Забрала в постамате халва. Сейчас я вам покажу обзорчик, что я заказала для своей семьи и что заказали клиенты. Заказы я отправляю еженедельно, потому что заказы набираются очень быстро. Так, открываем. Заказы набираются очень быстро, и у меня очень хорошая клиентская база. Продукция очень хорошая, качественная. Сейчас я покажу. Так. Открываем. Открываем. Так вот, смотрите. Первое, что я получила, это истоки чистоты. Вот он так выглядит. Истоки чистоты – это система комплексного очищения организма на клеточном уровне, разработанная с учеными. И получается, это вот здесь три баночки внутри. Сейчас я открою и покажу. Купила для мужа, чтобы прочистить его организм на клеточном уровне. Получается, здесь три баночки вот так вот. Такие три баночки. И здесь все написано, когда пить. Утром три штуки, вечером три капсулы. Советы, очень хороший комплекс. Сама тоже чистилась год назад. Именно вот эту формулу истоки чистоты пропила. Здесь в каждой баночке по 60 капсул. Это я для мужа. Вот. Истоки чистоты. Так, дальше идем. Так как я в положении, мне нужно пить витамины, потому что от еды я все витамины не получаю. Я себе взяла Мама Бокс 3 в 1. Вот такие витаминчики для беременных женщин. Вот сейчас я покажу. Здесь очень-очень большой ассортимент витаминов. И все в одной коробке. Вот смотрите. Так, сейчас открою, покажу, как она выглядит. Пью уже вторую упаковку. Довольная, потому что очень тяжело получить все комплексы витаминов с пищи. Вот такие витаминчики. Такой пакетик. И там 4 витамина. И омега, и минералы, и все витамины натуральные, без ГМО. Здесь получается 3 в 1 все получается. Мультивитамины, минеральный комплекс и омега-3. Для беременных. Получается 30 пакетиков на 30 дней хватает. Мама бокс. Это для себя взяла. Конечно. Так, следующий, да? Вита мама. Дрожжи и повишка. Это я взяла деткам, потому что сейчас весна, все равно иммунитет нужно поддерживать. И топивишка — это вот тот витамин, который помогает поддержать иммунитет деткам. Здесь содержится инулин, очень полезен для ребенка, укрепляет иммунитет, стимулирует рост нормальной кишечной микрофлоры и улучшает минеральный обмен в костной ткани. И здесь еще содержится топиамбур. Это очень натуральный продукт, натуральный, все натурально, без добавок. Ежедневно надо пить, сколько сейчас скажу, как надо пить. Так, 5-6 дрожжей в день, наверное, надо пить. Вот такая вот топивишка. Так, вот такая вот. Так, это вот клиенты заказали витамин D, D3. Тоже очень классный витамин. Я его пила всю зиму сама. По цене тоже очень доступная. Заказали клиенты. Не буду открывать. Здесь получается капельками под язык. Здесь пипеточка есть. Получается, открываем и под язык каждый день капельку закапываем. Очень хороший витамин D3. Гипераллергенный. На масле. Повышает иммунитет. Вот когда не хватает солнца, для костей, для нормализации, для поддержания организма, вот этот витамин очень полезный. Это клиенты заказали. Потом следующий. Органический йод. Тоже заказали клиенты. Вот кому прописывает эндокринолог пропить йодомарин, можно пропить натуральный органический йод именно из Siberian Wellness. Тоже активная добавка к пище, очень натуральный. Здесь тоже 60 капсул хватает на 60 дней. Но можно пить утром и вечером, вам хватит на 30 дней. Так, следующий. Так. Вот взяла вот такой крем, восстанавливающий гель с пантенолом. Так как у меня у дочки проблемы с кожей, я беру крема с пантенолом. Восстанавливающий гель с пантенолом, с витамином Е и Д, и Д пантенолом. Мягко ухаживает за поврежденной кожей. Этот крем я взяла для дочери, потому что у меня проблемы с кожей. Решила попробовать вот такой крем с пантенолом. И самый главный продукт, который я ждала, это Эльбифит. Эльбифит помогает нормализировать пищеварение и кишечник, микрофлору. Получается, вырабатывать, после, когда человек пропивает Эльбифит, у него стабилизируется микрофлора кишечника. Вот у кого аллергия, да, постоянно вот тоже взяла дочке, чтобы она пропила этот курс, чтобы аллергическая реакция у нее пропала. Мы сейчас микрофлору кишечника, вот эти, пропьем Эльбифит для нормализации микрофлоры кишечника. Тоже очень классный. Содержит лакты и бифидобактерии для баланса микрофлоры кишечника. Вот так он выглядит в капсулах. Тоже всем советую. Все, я разобрала весь заказ. Кому интересно, пишите в личку. Наше здоровье в наших руках.